Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Виктор, и вы находитесь на канале Вектор, обзорщик. Вот такие вот три устройства на обзор прислала компания RealL. Это, значит, беспроводное зарядное устройство WL740, беспроводное зарядное устройство другого формата на два телефона, ну или на два устройства, WL780 и, собственно, блок питания, вот такой вот CH350. Обо всем поподробней. Ну, давайте начнем, собственно, с блока питания. Значит, вот такой вот блок питания приходит в данной коробочке CH350. Сила тока у нас 3 ампера максимальная, мощность максимальная 36 ватт. Есть Power Delivery и есть Quick Charge. То есть у нас есть два разъема. Это USB тип A и USB Type-C в данном устройстве. В комплекте у нас, собственно, идет только блок питания и гарантийный талон. Больше ничего нет. Собственно, вот таким вот образом выглядит сам блок питания. Черный, с двух частей состоит. Одна часть матовый пластик, одна часть глянцевый пластик. RealL у нас модель, ну, фирма точнее. Вот такая вот европейская розетка. Ну и, собственно, два разъема. Один Type-C Power Delivery и второй Quick Charge 3.0 зеленого цвета. Здесь тоже дублируются технические характеристики. Модель, название модели. Значит, первый разъем, первый выход имеет 12 вольт 1,5 ампера, это 18 ватт. И второй USB Type-C имеет выходную мощность 27 ватт. Ну и пишут максимальная мощность 36 ватт. Вот такой вот блок питания для, собственно, вот этих беспроводных зарядок, потому что, ну и, собственно, гарантийный талон, потому что с беспроводными зарядками блок питания в комплекте не идет, его нужно докупать отдельно. Итак, вот такая вот зарядка, это для одного телефона, максимальная мощность 15 ватт. С обратной стороны имеем технические характеристики. Значит, у нас есть два разъема, с помощью которых можно подключить к блоку питания данную беспроводную зарядку. Это у нас microUSB и USB Type-C. Значит, адаптер, блок питания, точнее, в комплект не входит. Сразу нас предупреждают. Вес данной беспроводной зарядки 50 грамм, то есть очень легенькая. Давайте распаковывать и смотреть. Итак, вот такая вот беспроводная зарядка и кабель сразу в комплекте. В комплекте кабель USB на USB Type-C, то есть современный кабель достаточно неплохо. И вот такая вот очень маленькая, очень легенькая беспроводная зарядка. Значит, здесь, собственно, область, куда устанавливается сам телефон, чтобы заряжаться. Здесь есть индикатор, который будет уведомлять нас, работает данная беспроводная зарядка или нет. Здесь есть у нас microUSB разъем. И с обратной стороны USB Type-C разъем. То есть можно либо через microUSB подключать, либо через USB Type-C. Кому как удобнее выбор, это тоже классно. Снизу у нас 4 такие очень классные прорезиненные ножки, которые будут предотвращать от скольжения эту беспроводную зарядку. Ну и, собственно, тоже дублируются технические характеристики. Значит, выходная мощность у нас от 5 до 15 ватт. Можете сами посмотреть. Так, и последняя беспроводная зарядка. Это модель WL780. Она поддерживает уже 20 Вт. К ней можно подключить сразу два телефона. Ну, точнее, установить на нее два телефона, и она будет их заряжать одновременно. Итак, достаем данную беспроводную зарядку. Собственно, тоже гарантийный талон внутри. И вот такая вот беспроводная зарядка. Тоже в комплекте кабель USB на USB Type-C. И вот такая вот беспроводная зарядка на два устройства. Здесь есть тоже разъемы два, то есть как microUSB, так и USB Type-C, чтобы подключить к блоку питания данную беспроводную зарядку. И с обратной стороны есть технические характеристики. То есть можно заряжать два телефона, и один, и второй, максимальная мощность зарядки по 10 Вт. То есть суммарная мощность будет 20 Вт. Вот так вот. Вот такая вот зарядочка. В то время как вот эта зарядочка заряжает на 15 Вт максимальная мощность.
Вот так. Но зато здесь можно зарядить два устройства сразу. Если у вас есть два телефона, которые поддерживают беспроводную зарядку, можете, в принципе, брать вот такую и заряжать два устройства одновременно. Но заряжать будет немножечко медленнее, чем с помощью вот этой вот зарядки, если у вас беспроводная зарядка поддерживается на 15 Вт, например. Итак, подключаем блок питания в удлинитель и, собственно, будем тестировать. Как вы можете видеть, вот здесь загорелся индикатор синим цветом, то есть это означает, что данный блок питания работает. Подключаем в Quick Charge 3.0 тестер, с помощью которого будем отслеживать, мониторить, сколько у нас будет, какое будет напряжение, собственно. Подключаем кабель, так, вот таким вот образом, подключаем к беспроводной зарядке. Собственно, вот так вот и раз. Ну и как мы можем видеть, загорелся индикатор синим цветом, что у нас беспроводная зарядка работает. Ну как, условно беспроводная, то есть провода здесь явно есть, но телефон заряжается беспроводным способом. У меня Samsung Galaxy S10e, и он поддерживает быструю беспроводную зарядку до 12 Вт. Но, скорее всего, так как здесь именно 12 Вт нету, здесь есть 15 и 10 Вт. Скорее всего, он будет заряжаться с помощью зарядки на 10 Вт. Итак, устанавливаем телефон. Он у нас в чехле и начал заряжаться. Как вы видели, 26% уровень заряда. И теперь смотрим показания. 8,84 вольта и 1,12 ампер. То есть 10 Вт, как я и говорил, будет заряжаться данный телефон. К сожалению, что-то другого у меня протестировать нету возможности, так как телефоны с беспроводной зарядкой у меня только вот Samsung Galaxy S10e. Но тем не менее протестировать данную систему можно. Как мы можем видеть, все заряжается, все отлично, и 10 Вт у нас поддерживается. Итак, теперь протестируем вторую зарядку. Убираем телефон и подключаем вторую беспроводную зарядку. Так, здесь у нас снизу индикатор расположен, который у нас отвечает за работоспособность данной системы. Итак, устанавливаем телефон. Зарядка пошла, как вы можете видеть. И теперь смотрим на показания. Так, а вот здесь у нас почему-то 8,84 вольта. А, вот, все, уже пошла быстрая зарядка. 8,84 вольта, 1,1 ампера. Тоже примерно 10 Вт у нас идет беспроводная зарядка. Очень круто. Теперь давайте посмотрим, работает ли для второго устройства. Вот сюда вот устанавливаем. Да, все тоже работает, все заряжается, никаких проблем нет. И сколько у нас показывает? Так, пока что показывают почти 9 вольт и пол ампера. Вот, теперь начинает работать на полную мощность. 8,84 вольта, 1,15 ампер. То есть тоже быстрая зарядка и та работает. И с помощью данного устройства можно заряжать два телефона одновременно. Но, к сожалению, у меня такой возможности нет. У меня только один телефон, который поддерживает беспроводную зарядку. Вот как-то так, все работает, все можно заряжать, и данные устройства недорого стоят, может, в принципе, позволить себе их приобрести каждый, и, в принципе, неплохо, все работает, все как нужно. И еще, кстати, что хорошо, что в данной всей системе еще есть один свободный разъем USB Type-C, который поддерживает технологию Power Delivery на 27 Вт. И с помощью данной вот системы вы сможете еще и заряжать еще одно какое-то устройство, например, там компьютер, ноутбук или там ультрабук какой-то, либо там Powerbank заряжать и тому подобное. Ну, то есть еще одно устройство, которое поддерживает технологию Power Delivery. Вот такой вот обзор у меня получился. Надеюсь, данное видео вам понравилось, и вы обязательно поставите лайк, обязательно подпишитесь на канал и нажмете на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. А с вами, как всегда, был я, Виктор. Всем желаю удачи, всем пока-пока!